Ребята, всем привет! И вы на канале MyPet. И у нас вчера было пополнение в семье. Да, Белка? Кто нам принес детей? А? Короче, да, Белка родила. Родила она двоих. Одна девочка, другой мальчик. Один длинношортный, другой короткошортный. Длинношортная — это у нас как раз девочка. Я им только что принесла покушать. Это длинношерстный поросенок. Это у нас девчулька. Видите? Морденька такая хорошенькая. Вот такая она у нас хорошенькая. Она у нас останется у нас. Мы ее не будем отдавать. А вот мальчик мы отдадим. Вот такая вот девчулина. Они уже у меня попробовали и корм, и овсянку, и воду, и даже погрызушку, которую Белка так любит. Мне кажется, Белка немножко огорчилась, потому что кушают ее еду. А вот это вот у нас мальчик. Вот такой вот красивый мальчик. Он точь-в-точь похож на мамочку свою. Вот он такой вот красивый, немножко другого окраса. И он поедет у нас в добрые руки. Да, пупсик? Кто у нас такой хороший? Такой носик классный. Вот. Такая морденька милашная. У нас, видите, как мамочка. И даже вся мордочка, как у мамочки. Он очень шустрый хома, очень быстро забегает в свою норку к мамочке. Ну, там у нас уже девчулина присосалась к мамке. А вот тот вот мальчик только-только к ней забежал. Воняня, наша морденька, сосет мамульку. Вы бы знали, какая она маленькая стала. Какая она худенькая мамочка. Вот, подстелили им вот такую вот подстилочку, но они на ней не спят еще. Наверное, когда подрастут, будут спать. Им тут просто очень много места. И мы с мамочкой не ошиблись. Мы правильно сказали, она беременна. И день рождения у этих поросят